Какое за программирование хочешь учить? Да не хочу я учить программирование. Нет. Ребят, у меня есть... Не забывайте об этом. Если у меня будут проблемы с деньгами, я просто скачаю Tinder, куплю себе премиум, выучу английский и уеду. Ну, это вам нужно думать, как вы будете деньги зарабатывать, кем вы там хотите стать, программистом. А я просто хочу передать привет всем тем женщинам, которые говорят: женщинам тяжело живется, женщины получают доход ниже мужчин, женщинам тяжело пробиться в обществе и какую-то социальную позицию крепкую занять. Вы посмотрите вот это видео и сделайте наконец-то, блин, выводы. Некоторые бабы вообще не заморачиваются, они там зарабатывают на Твиче. Ну, бог с ним, я нормально отношусь к блогерам, онлифанщицам. Пускай кто как хочет, так, в общем-то, себя ведет. Но когда женщина в открытую говорит, что это ты пойдешь куда-то там, да, в какую-то жопу, ты будешь учиться, ты будешь, ты выстрадаешь этот путь, пока ты дорастешь до нужной зарплаты. А я нет, у меня есть женский орган, и моя жизнь, она предельно легка. Вот. И знаете, обычно женщины об этом не говорят, но они все об этом думают. Ну, хоть кто-то сказал наконец-то правду.